Привет! Это программа «Легенды цирка» и я, Эдгар Запашный. Я продолжаю разыгрывать бесплатные билеты в цирк. Отвечайте на вопрос в конце программы, и билеты ваши. Когда говорят «Железная леди», мы уверены, что речь пойдет о Маргарет Тэтчер. Но нет, в цирке есть своя «Железная леди». Маргарита Бреда – блистательная дрессировщица, народная артистка России. Для исполнения следующего номера в зале нужна полная темнота. Сразу и не разберешь, как артисты двигаются в этом воздушном пространстве. Гимнасты выполняют сложнейшие трюки под самым куполом цирка. На 18-метровой высоте номер проходит в полной темноте. Единственный ориентир – люминесцентный костюм напарника. Только по звукам, все только на ощущения. Зрителям категорически запрещается пользоваться лазерными указками и телефонами. Во время номера не разрешается покидать зал. Двери плотно закрыты. Любой светящийся предмет ослепляет и дезориентирует артиста. Он может сорваться и упасть. Аналогов нет даже до настоящего времени. Использование люминесцентного освещения, да, пробовали многие после нас в многих номерах. Но пока что остались мы опять-таки одни. Аттракцион «Космическая фантазия» был создан в 1972 году отцом Маргариты Анатолием Бреда. Он ставил перед собой амбициозную задачу. Артисты должны двигаться в подкупольном пространстве, словно в невесомости. Обычно в воздушных номерах применяется страховочная сетка. Но чтобы зрелище было по-настоящему захватывающим, Анатолий от нее отказался. Он рисковал не только сам. Вместе с ним под куполом выполняли трюки его жена и двое их детей. У меня есть номер, называется «Канатоходцы», где я вместе со своим братом, со своими партнерами на высоте 12 метров хожу по канату. Естественно, мы используем страховку. Это вот такой вот трос с карабином на конце, который крепится к специальному поясу. А с другой стороны манежа стоит ассистент, который нас пассирует. Видите, это такие весы. Он останавливает мое падение. Но, признаюсь вам честно, когда ты находишься на большой высоте, такой трос становится очень тонким почему-то. Такой карабин становится очень ненадежным. Начинаешь сомневаться даже в своем ассистенте. Потому что просто-напросто страшно. В номере Маргариты Бреда страховка тоже используется. На ней поднимаются люди вверх. Но было большое количество травм. К сожалению, были даже смертельные падения. Так погиб ее брат Анатолий и ее племянник Денис. И однажды Маргарита тоже сорвалась. К счастью, она выжила, но получила большое количество очень сложных переломов. Ей было 24. Во время исполнения трюка карабин расстегнулся. И Маргарита упала на манеж с высоты 6-этажного дома. Я маме рассказывала, что я видела, как вокруг меня стояли все артисты. И кто-то кричал: «Да принесите воды же ей». Вот это я помню. Но больше ничего. И самое удивительное, что вот верь, не верь. Я вот это все видела, как они стоят, и рассказала маме. Все это как будто сверху. Вот я сверху смотрела, как я лежала, и как все вокруг стояли. Мама говорит: «Да», говорит, «так было». Несколько недель Маргарита была без сознания. Сломаны ноги, раздроблены кости, сотрясение мозга. Но придя в себя, она не допустила даже мысли о том, что полет продолжится без нее. Работа прежде всего. Так ее учил отец. Там не смотрели на «упал ты», этот. Вот это Анатолий Николаевич вот такой. То есть он был, как говорится, фанат цирка. И перелом шеи был с корсетом, он работал. То есть
такой вот работа. Мы, как говорится, старой школы. То есть болит, не болит, надо... После травмы Маргарита провела 7 месяцев на костылях. Потом еще несколько с палочкой. Но как только смогла, опять поднялась в воздух. Думать, что артисты цирка – сумасшедшие люди, которые не боятся рисковать – большое заблуждение. Просто у них такая работа – преодолевать свой страх. Маргарита успокоила себя тем, что на карабин в страховочном поясе был поставлен дополнительный болтик, который должен был исключить повторение несчастного случая. Он такой слабенький, этот болтик, такое ощущение. Не надо, здесь все нормально. Здесь все продумано, все закреплено так, чтобы... Вот, теперь он никуда. Это продюсер нашей программы Ксения. Она решила лично пропустить через себя все эмоции, которые испытывает артист цирка под куполом. На ней тот самый страховочный пояс с болтиком на карабине. По сути, от него сейчас зависит здоровье и жизнь человека. А можно это делать с закрытыми глазами? Не пугайте. Метку смотри, Ром. Рома, метку. Даем. Ксюш, ну как? Нормально? Не надо! Мне срочно нужно назад, я никакие банщики делать не буду. Ксении было страшно просто находиться на такой высоте. Сама мысль, что там, в полной темноте, можно выполнять еще и сложнейшие трюки, кажется безумной. У меня слезы. Только надо сложить. Сергей как говорит, так и делать. На счет три сходим. Раз, два, три. Пошли. Все отлично. Зачем так громко-то? Задушите. Все, сейчас можно. Пошли. Ну как? Обняться и плакать как? Голова немножко кружится. Не, ну так чувствую. В порядке так. Я в полном порядке. Нет, я просто... Самое главное, не расстраивайся. Болтик не подвел. Мне нужно присесть. После падения Маргарита участвовала в семейном аттракционе еще несколько лет. А потом всерьез увлеклась дрессурой. Работала с лошадьми, павианами и коровами. Самые обычные коровы у Маргариты стали талантливыми цирковыми артистами. Коровы? О, они очень много делали. Танцевала цыганочку. У меня корова била копыта об копыта. Балансировала шарик воздушный на носу и вальсировала. А вальс танцевала корова и лошадь. Играли в футбол они. Ну, очень много трюков различных. Дрессура привлекала ее больше воздушной гимнастики. Да и старые травмы давали о себе знать. И она приняла решение прекратить летать. В их семейном аттракционе «Космическая фантазия» остался только брат Анатолий, который чуть позже позвал туда еще и своего сына. Маргарите казалось, что в полет она больше не вернется. Анатолий продолжал работать как воздушный гимнаст. Она полностью увлеклась дрессурой и ездила по стране. В 1993 году они похоронили отца. Их мама вышла на пенсию. И уже больше не ходила в цирк. Ни на репетиции, ни на представления. Она очень сильно переживала, что больше уже не артистка. Аттракцион, созданный ее мужем, Любовь Брэда не смотрела тоже принципиально. Очень сильно переживала за своих сына и внука. Но в тот день почему-то она решила прийти в Кишиневский цирк. Она не могла даже предположить, что это будет последнее выступление Дениса и Анатолия Брэда. В этот вечер все шло как обычно. Артисты были сосредоточены, исполняли трюки. На такой высоте отвлекаться нельзя. Ориентировались, как обычно, только на звук и свет от костюмов. Отец и сын Брэда пошли на самый зрелищный трюк. Денис и Анатолий должны были сцепиться руками, начать вращаться и медленно опускаться на манеж. Но именно в этот момент все гимнасты группы услышали странные звуки.
пошел такой шум трассовой, как будто, ну, вот, уходит, когда скорость, ну, трасса, слышится, что что-то это, и просто ты не понимаешь, где это, что это, как. Все стало ясно тогда, когда зажегся свет. На манеже лежали Анатолий и Денис. На глазах у Любови Брэда ее сын и внук разбились. Брат погиб сразу, а племянник 10 дней его продержали на аппаратах, но спасти не удалось. Сама Маргарита узнала о случившемся ночью. Разбудил телефонный звонок. «Приезжай, твои разбились». Мама позвонила с директором и сказала, и там соседи помогли, и мы тут же вылетели в Кишинев, тут же прилетели. После трагедии выяснилось, инспектор манежа не проверил крепление лебедки. И во время исполнения этого трюка артисты сорвались. Вы понимаете, это же ошибка человека, который внизу. То есть это если бы там, ладно, что-то такое, ну, трос, как бы там рама сломалась. А здесь как бы человеческий фактор, и ты понимаешь, когда в конце узнаешь, что он проморгал, что это не что-то такое. Трагедия случилась в разгар новогодних праздников. Все билеты были раскуплены. Дети ждали цирковых представлений. И тогда Маргарита принимает беспрецедентное решение – самой закончить программу в Кишиневском цирке. Зритель не виноват. Что это случилось? Там было где-то недели, наверное, перерыв между одной программой и другой. И вот за этот период нужно было вернуться и начать работать. До несчастного случая Маргарита 5 лет не поднималась под купол цирка. Но как вернуться в аттракцион, когда в нем только что разбились твой брат и племянник? А мама находится на грани нервного срыва. В таком стрессе Маргарита сама не поняла, как восстановила форму всего за неделю. В таком состоянии я не очень хорошо это помню, потому что было очень тяжело выйти в манеж, где погибли самые близкие люди. Собралась. Маргарита отработала новогоднюю программу. Но еще предстояло решить, что будет с семейным аттракционом, придуманным отцом 20 лет назад. Передать его было некому. Но Любовь Брэда, мама Маргариты, просит дочь не закрывать аттракцион, а продолжить работу в номере. Я просто не могла это не восстановить. Это наша династия, это наш жанр. Это жанр, которому положили всю жизнь отец и мать, поэтому я обязана была это вернуть. То есть это некая миссия? Да, да. Много разговоров, честно говоря, вокруг этого было. Я вам как артист говорю, и все всегда вас приводили в пример. Говорили, вот посмотрите, насколько сильная она. Честно, преклоняюсь, честно, вот прям даже не для эфира это. Действующих артистов из династии Брэда теперь только двое – Маргарита и ее единственный сын Максим. Ему всего 17 лет. И он работает вместе с мамой, помогает ей с животными. Максим бы занимался дрессурой и дальше, но планы пришлось поменять. Меня никто не спрашивал. И все, и потом меня подняли туда наверх. Я говорил, что я хочу половым актером быть, опустите меня вниз. Было страшно, никогда же я не занимался этим. Но Максим преодолел свой страх. Уважение к семейной истории, достижениям династии и любовь к матери обязывали. Так сложилась жизнь, раз мы здесь так, в цирке так. В номере задействовано 9 человек. Каждый исполняет свой набор трюков. Но тот самый трюк, во время которого разбились Анатолий с сыном, делать никто не хотел. И тогда Маргарита вновь приняла волевое решение. Чтобы уже никого других не травмировать морально, мы решили, что будем это делать. Знаете ли вы, что вас называют «Железная Рита»? И да, я и читала почему? Это. Читала в одной из рецензий. Вот, ну, наверное, потому что меня бьют, а я летаю и дрессирую. Что вы имеете в виду? Вас бьют? Вас бьют коллеги, животные, жизнь? Кто вас бьет? А, жизнь. Жизнь ломает. То есть выражение «падали, но поднимались» – это про вас? Да. Тяжело? Ничего, еще можно.
Маргарита с сыном восстановили аттракцион. Еще 10 лет после этого она летала и поднималась под купол цирка, даже когда ей исполнилось 62. Параллельно «Железная Рита» продолжала заниматься дрессурой. Некоторое время назад у нее появились шимпанзе. Но животные требовали много времени. Тогда она решила прекратить выходить на манеж в качестве воздушной гимнастки и отдать все силы дрессуре обезьян. В номере у Маргариты Брэда шимпанзе участвуют наравне с профессиональными артистами. Этот жанр называется «русская палка». Трехлетний шимпанзе Марик крутит сальто мортале. Это когда с одной площадки на другую перебрасываем филе внизу, под ним, а Марик над ним пролетает, сальто делает. Как бы, в принципе, я ни у кого не видел в цирке, чтобы так делал. Шимпанзе именно. Так же, как и опытные акробаты, шимпанзе прыгают через скакалку, выполняют кульбиты и качаются на трапеции. Шимпанзе – разновидность человекоподобных обезьян. В дикой природе эти приматы обитают в Западной и Центральной Африке. Взрослые особи самцов обычно вырастают до 1,5 метра и могут весить до 100 килограммов. Самки, как правило, мельче. Доказано, что шимпанзе способны создавать и использовать простейшие орудия для добычи пищи и в качестве оружия. Шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека. Их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7%. Кто вас учил работать с шимпанзе? Вы знаете, меня никто не учил, потому что я у людей, которые работали, когда я только начинала, спрашивала, ну, подскажите, ну, мне говорят, вот, когда ты помучаешься, тогда и поймешь, как это. Паша. Первый шимпанзе-дрессировщица. Его привезли из Голландии по обезьяньим меркам совсем малышом. Ему было 3,5 года. Для того, чтобы лучше животное изучить и приучить к людям, Маргарита с сыном принимают решение поселить Пашу в своей московской квартире. Для шимпанзе специально выделили комнату. Посередине поставили транспортную клетку, оделись в свитера потолще, открыли замок и сели на диван. Но Паша вовсе не рвался на свободу. Он вышел, подошел к Максиму, ткнул в него пальцем и вернулся обратно в клетку. А когда через несколько недель окончательно привык, то стал полноправным членом семьи. Садился с нами за стол. У него была своя тарелка, ложка. Сидел, ел. Потом подрос, освоился. Ну, пришлось отдельный столик ставить, потому что он стал проверять, у кого что, у кого вкуснее. Вот. И вот на такой, так сказать, работы набирала опыт. Можно я поясню? Это гигантское шимпанзе, которого боялись все в цирке, весом под 100 килограмм, вот с такими плечами, с пальцами, как две сосиски в объеме. Прекрасно помню Ярославль, когда я иду по закулисам, вдруг крик. Паша идет, и в цирке никого. И я как-то один думал, ну какой-то Паша сейчас идет, ну что все разбежались? Почему так боятся этого Павла? И вдруг вы, женщина, хрупкая, невысокая, ведете шимпанзе, которая в разы больше вас. Честно, меня это очень сильно потрясло. А потом я увидел, что другого авторитета у этого гиганта, кроме как вас, не было. После Паши такое домашнее воспитание стало обязательным шагом в работе с каждым питомцем. Теперь все животные, которые работают у Маргариты, некоторое время живут в квартире вместе с хозяйкой. А посмотри, что там показывают. А пульт-то тебе зачем? Будешь переключать, что ли? Объем мозга шимпанзе составляет примерно 25-30% от объема мозга человека. При этом шимпанзе – единственное животное, которое узнает себя в зеркале. Но попадая под очарование шимпанзе, забываешь, что это хищник с когтями, зубами и с 4 руками. Ужасно, когда они между собой выясняют это.
это что-то страшное. Мы туда влезаем с сыном, и попадает и нам, и всем. Шимпанзе довольно часто нападают и на людей. Первые 15 минут съемок артиста Маргариты Брэда несколько раз пытались напасть и на нашу съемочную группу. Ему 4, пятый год. 7. Кусают не только чужих. Нельзя так делать, нельзя. Но и своих. От страха, испуга или за дело. Прямо на репетиции шимпанзе напала на своего партнера, артиста Александра Федько. Сегодня укусила, сегодня поцарапала Анфиса. Ей просто не понравилось, что здесь была GoPro-камера. И она, получается, ребята закидывали в колонну, я ее принимаю, и она ногой уперлась сюда. Что-то не то, и надо показать, знаешь, что я виноват. Да, вот, вот тут царапины. Ну, это еще в порядке. Их реакции быстрее, чем у людей, чем мы отдернем руку, а потом они же хватают руками, держат. И все, что есть поближе, все кусается. Они сейчас, вот даже маленький Марико, то пытаются, играя, прикусить. Был такой случай совсем недавно. Служащая, которая не очень давно работает, полгода где-то, пришла после дня рождения и решила почесать его. Потом сказала, что хотела попоить его, но он порвал прилично руку. Она в больнице пролежала больше месяца. И еще будут две операции у нее. Сама Маргарита Брэда вся в шрамах. Артисты про ее травмы говорят, будто изрублены топором. И на руках, и везде. Можете показать? Нет, не надо. Не надо. Не надо. Пережить трагическую смерть самых близких. Нападение 100-килограммовых хищников и не потерять желание работать на манеже. Железная Рита. Настоящая легенда цирка. Скажите, пожалуйста, вот не устали от цирка? Нет, не устала, потому что очень много задумок, очень много хочется еще сделать того, что не делали. Хочется все воплотить, и чтобы все это осталось, и зритель видел. Французский писатель Франсуа Мориак сказал: «Цирк – последнее прибежище чистого искусства». И это правда, ведь здесь все по-настоящему. Любят по-настоящему, по-настоящему рискуют, по-настоящему на грани жизни и смерти каждый день. Приходите и убедитесь. А сегодня вопрос вам задает Маргарита Брэда. Внимание на экран. Ответьте, пожалуйста, в каком году был выпущен спектакль «Цирковой планета обезьян»? Присылайте ответы и получайте бесплатные билеты в Большой Московский цирк. С вами был я, Эдгард Запашный, и это «Легенды цирка». Пока!